пробирки вес, получается, до и после операции 82. У меня до и после операции он был примерно 92. И после операции прошло полгода. Иди, Гаспар, иди ко мне. Давай, иди. Прошло полгода, вес не уменьшался. Пока я не закрыла свой рот и не начала худеть, похудела на 23 килограмма. Какой вывод мы делаем? Что все люди, которые пишут, Гаяна, говоришь, ее знакомые, обсуждают. Типа, все хирургию. Это вот, типа, операцию сделала, похудела. Операция, мне уменьшили грудь. Правда, она сейчас сильно обвисла, мы опять, мне кажется, что-то с ней делать. Мне убрали диастаз, мне переместили жир в попу. Мне Тимур сделал нереально красивое тело, но что до, что после операции, я была баба 92 килограмма, крупная кобылка. И клянусь, я даже не хотела худеть, пока летом, в июле, меня... Да, моя жизнь, меня не переклинило, и я реально закрыла свой рот и начала худеть. Я поняла, что я хочу быть стройной. Операции, хирургии. Но пока ты свой рот не закроешь, не начнешь страдать по ночам, ты не изменишься. Поняла? Снимают. Улыбаемся на камеру. Вот. Честно, не до камеры. Ребят, всем привет. Я только сегодня прихожу потихоньку в себя. Снимала разные видео, но пока не было сил что-либо выкладывать. Так что сейчас буду делиться.